В преддверии нового 2015 года в районном молодежном досуговом центре города Амурска состоялся отчетный концерт студии эстрадного вокала. Отчетный концерт – это не только яркая палитра вокального мастерства, но и возможность продемонстрировать зрителям творческие возможности коллектива. Для выступления выбираются самые лучшие номера, чтобы получилась красивая картинка и у зрителей загорелись глаза. Ведь особая значимость подобных мероприятий в том, что они позволяют увидеть все то самое качественное, что наработано за годы в культурной сфере. В концертной программе были представлены 20 популярных эстрадных песен в исполнении Андрея Лунгу, группы «Galaxy», «Звездный ветер». Со сцены звучали композиции, такие как «Небо», «Спасибо, музыка», «Новогодние игрушки», «В ночь волшебства», «Я и ты» и многие другие. Один аккорд, другой аккорд, упал минор, взлетел мажор, и царь поет в восторге. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Несмотря на полупустой зал, публика очень тепло встречала и провожала аплодисментами артистов. Время за просмотром пролетело незаметно, и никто не пожалел, что провел свой предпраздничный субботний вечер в районном молодежном досуговом центре. Отчетный концерт студии эстрадного вокала в очередной раз доказал, что им есть что показать. Инна Климова, Сергей Жиренков, телекомпания «Амурск».